Всем добрый день, всем здравствуйте. Добрый вечер, братья и сестры. Мы находимся в городе Москве, метро Таганка. Мы находимся в библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудумино. И сегодня в наших стенах прошло открытие фестиваля «Дни культуры Перу». Честно, я в восторге от фестиваля, мне очень все понравилось. Концерт, танцы, показывали природу, вообще замечательно, просто прекрасный концерт. Стоит отметить, что на открытии и в целом на фестивале присутствовало много и иностранных гостей, в том числе и чрезвычайный полномочный посол Республики Перу также присутствовал. И, конечно же, это является показателем очень активных взаимоотношений России в культурном плане с другими государствами. Для нас это очень почетно. Большое вам спасибо! И мы хотели бы пригласить господина посла на сцену и сделать совместную фотографию такой компании. Quisiéramos invitar al señor embajador al escenario para hacer una foto todos juntos, como símbolo de nuestra amistad. Y ¡viva Perú y viva Rusia! ¡Viva! Это на самом деле сближение наших отношений российско-перуанских, и сейчас вы вместе с нами попадаете на сам праздник, увидите в том числе национальные танцы и нашу пресловутую Катюшу. Давайте пройдем вместе. Здравствуйте. Я не могу, подождите, ничего так не быстро. Всем добрый день. Давай заново. И добрый вечер.
добрый вечер, братья и сестры. Мы сейчас находимся в городе Москве, станция метро Таганка, Дни культуры Перу. Прекрасный вечер. Вот, с Алексеем посмотрели прекрасный концерт, был посол, прекрасные отношения, отношения между Россией и Перу, торговые, новые взаимодействия. Очень интересно. Очень прекрасный вечер прошел. Так что мы очень довольны. Ты здороваешься. Всем добрый день. Всем здравствуйте. Я не могу, подожди, это так быстро. Сильно не играйся. Всем добрый вечер. Мы находимся сейчас на данный момент в иностранной библиотеке города Москва на Таганке. С Алексеем посмотрели прекрасный концерт, был посол, прекрасные отношения, новые взаимодействия. Очень интересно. Очень прекрасный вечер прошел. Так что мы очень довольны. Вот как раз прошел какой-то человечек.